Tá? Tu pode ir, cabelo. Então, Baiobe. Слова и двор. Помни, что деньги за брюки не вернули. Зачем? Зачем вам возвращать тебе деньги за брюки? Потому что я их вернул обратно, то, что они мне не подошли. Блин, так, мне куда-то поехать? Да, нет, стой, я в Маджолу прокачаюсь. Пипа, пипа, у меня большая пипа, пипа, пипа. Да, тихо. Возврат средств на баланс клиента. Мой баланс в личном кабинете. Сумма доступных средств, которую можно использовать в том числе для оплаты заказа. Клиент может увидеть в разделе «Мой баланс в личном кабинете». Так, а где мой баланс? Баланс 0. А, вот. Возврат денег 1367, да. Так. И чё? Почему они мне не пришли? Возврат товара плюс 1367. И возврат денег минус 1367. В смысле? Не знаю, кстати. Как это понимать? Может, ты им должен деньги вернуть, а не они тебе? Не понимаю. Возврат. Покупка товара, возврат товара. Ну? А почему минус 1367? В смысле? Мысли, бля, вы чё охуели? Где мои бабки? Morning Star. Не, ну они типа не должны обмануть, это официальный магазин. Но все равно баланс 738 рублей. Должно быть 2000. Бля, хуйня, сколько опять не связь с деньгами. Я уж хотел сегодня новый заказ, блядь, сделать. Нихуя себе! Заебись. Умер? Да, нихуя, с первой же... Опять какая-то хуйта с обновлением, пиздец. Два чувака подошли ко мне, то есть ты представляешь, как должен был совпасть тайминги? Они подошли ко мне с каждой, ну типа слева и справа, и начали делать одну и ту же атаку с комбо. И типа комбо. Меня один бьет, второй бьет, я не могу перекатиться. Опять первый бьет, второй бьет. То есть у меня уже все, нахуй жизни нет. И последний отбивает, то есть они типа меня в полной, что я вообще никак не могу, типа, на их атаки ответить. Пиздец, типа, короче. Это невероятное совпадение, блядь, обстоятельств, которые невозможно физически, блядь, подкручивает какой-то уебок себе. Распитовался, Владислав, Владислав. Владик охуел. Твоего батя зовут Витя, блядь, крутое имя, а ты сам дебил. Блядь, его батю тоже звали Витя. Соси хуй. Не буду. Так, чтобы долго кувыркаться, что надо прокачать? Этот, выносливость. Стойкость должна быть. За сколько стойкость? 40. Бля, у меня 29. Так, куда ты поехал, малыш? На драйве. Ну? Тихо. Меня пиздят гандоны. Так, а я пока решу свои дела с Wildberry. Блять, отравили еще, ты что издеваешься, что ли, на мной?
Scomposition. Так, что ты сейчас, кстати, говорил, я забыл. Чего? Что ты сейчас говорил, я забыл. Fake on me. Не, а до этого, типа, что-то сделать? А, что-то, пока ты разбираешься, что я должен делать? Драться с чуваками.